Ученики 5-й гимназии с интересом рассматривают кабинеты. В этот раз врачи разрешают потрогать, посмотреть аппараты и даже попробовать на себе. Вот, например, оборудование для гипокситерапии, лечения горным воздухом. Ну, немного чувствуется, что кислорода поменьше, будто бы. Так, все то же самое. Настоящий восторг у учеников вызвала комната галотерапии, или по-простому солевая комната. Первая детская поликлиника – единственная, где у кабинета стены, пол и потолок полностью сделаны из соли. Я даже не могла себе такое представить. Тогда были какие-то скамейки деревянные, вредные медсестры. А сейчас все так очень комфортно находиться. Врачи очень доброжелательные. Мягкие кресла, соль. То есть я никогда себе не могла представить, что будут такие комнаты. Экскурсия по поликлинике для учеников химико-биологического класса организована для того, чтобы познакомить детей с работой педиатра, показать условия, которые может предложить медучреждение сотрудникам. Мы лично приглашаем, контактируем с директорами школ, где есть профильные медицинские классы, и директора идут навстречу, потому что также заинтересованы, чтобы их выпускники в будущем приобрели профессию. Пока большинство ребят склоняется к работе со взрослыми пациентами. И в детских медучреждениях остается острая нехватка участковых врачей, особенно в период заболеваемости респираторными инфекциями. Евгения Гричуха, Александра Пескова и Андрей Бричко, ТВ 21+.